Мне 67 лет. Недавно исполнилось. И, конечно, к этому уже моменту у меня куча болезней. Самые какие неприятные, это, конечно, был сахарный диабет. Был и есть он у меня. Диабет у меня второго типа. И показатели были очень плохие, что кроме таблеток мне назначили еще инсулин. Вот где-то в течение 5 лет я уже колю инсулин. Колола по 30 единиц. И состояние моего здоровья ухудшалось. Инсулина все надо было по большую дозу и большую дозу. Искала какие-то выходы, но случайно меня познакомили с компанией GNS и с продуктом, который мне показался интересным, поскольку я еще и медик по образованию, и биолог, еще по второму образованию. Он называется Резерв. Вот он у меня сейчас в руках. Это то, с чем я каждый день что принимаю. И буквально на третий день после этого приема резерва я почувствовала, что у меня сахар стал резко снижаться. Я вначале не разобралась, даже испугалась. Думаю, как же так, что мне делать? Начала отслеживать по глюкометру конкретно и увидела, что действительно резерв очень хорошо помогает и снижает сахар. Уже 3 месяца, как я его принимаю. На сегодняшний день у меня показатели по сахару очень хорошие. Практически подходит к норме. Хотя я уже инсулин колю совсем мало, 9 единиц. Я колю инсулин Лантус немецкий. И таблетки снизила в 3 раза. Я считаю, что для меня это очень хорошо. Кроме того, вместе с сахаром у меня начал снижаться вес. Вот только на основе резерва. Я очень обрадовалась этому. И, конечно, узнав, что резерв – это очень сильный, мощный природный антиоксидант, что сюда входит ресвератрол, а поскольку у меня еще, кроме сахарного диабета, онкология правой почки, я оперирована, конечно, я знаю, что первое спасение при онкологии – это принимать антиоксиданты. Я это сейчас и делаю. Кроме резерва я принимаю уже на сегодняшний день и Финити принимала, курс прошла. Сейчас принимаю АМПМ. Вообще состояние моего ощущения очень классное. Я чувствую себя как помолодевшей. Я похудела уже более чем на 10 килограмм. И нет, у меня ушли те боли в суставах. Я ходить вообще практически не могла. Мне трудно было ходить в магазин даже. Сейчас я этого о себе не могу сказать. И благодаря компании GNS с ее уникальным продуктом, вот я впервые столкнулась с таким продуктом, который действительно мне сильно помог и помогает. И я думаю, что я буквально еще, может быть, месяц, и я откажусь от инсулина. Буду только на таблетках по диабету. И компания GNS для меня не только дала мне здоровье, но она мне дала стимул к жизни. Мне хочется одеваться, мне хочется украшать себя, ходить куда-то на встречи, общаться с друзьями. Ну, кроме всего этого, конечно, компания с таким продуктом еще дает и классный бизнес. Здесь бизнес, который можно делать по интернету, поскольку я сама владею этим инструментом, интернетом и компьютером, поэтому для меня это то, что надо. Сидя дома, я зарабатываю деньги, я лечусь, я, не отходя от
своей квартире могу заниматься бизнесом. Я могу принимать вот эти все вот продукты и зарабатывать деньги. То есть практически на сегодняшний день у меня вот эти все продукты, которые я принимаю, бесплатные, потому что я уже заработала деньги. Спасибо компании GNS за все то, что она мне дала. Я думаю, что такой компании, как она вот появилась сейчас на рынке Беларуси, нет. И границ для, по возрасту для нее тоже нет. От масеньких деток, у кого есть проблемы со здоровьем, до людей моего возраста и еще старше. Поэтому приглашаю всех в нашу компанию. Она стоит того, чтобы на нее обратить внимание и с ней работать. Кроме того, здесь еще прекрасные люди. Здесь такая дружная команда. Здесь весело, интересно, даже мне, уже человеку в возрасте. Спасибо, GNS, что ты у нас есть в Беларуси.